Что это? Заварены 1000 лет назад, а в бомбе не было детонатора. Окей, парни, полиция уже выехала. Только что банк ограбили. Кто говорит? А кто спрашивает? Это старший инспектор Джим Бравур. Вы должны немедленно прекратить преступную деятельность и сдаться властям. Мы тут с мальчиками поговорили, им ужасно стыдно. Они больше не будут. Кто говорит, черт возьми? Присутствие при ограблении банка не пошло на пользу моему имиджу. Их добыча лежала на столе. История внезапного взлета этой компании долго не сходили с экранов телевизоров и обложек журналов. Грабители оставили на столе свои инструкции. Судя по количеству детонаторов, они притащили сюда достаточно взрывчатки, чтобы отправить на орбиту статую свободы. Прикончи его!
Стоять! Господи, Макс, ты меня до инфаркта доведешь. Я тебя чуть не застрелил. Алекс. Что здесь происходит, а? Тут больше трупов, чем в городском морге. Два ужасных накопления. Они пробили туннель в хранилище Роскомнадзора через стену старой станции метро. Это проделки Любина? Это правда работа Любина? Все 3 года Алекс помогал мне оставаться в своем уме. Он ухитрился наткнуться на что-то действительно важное и в конце концов перешел дорогу самому Джеку Люпину. Свое богатство Люпина наживал на проституции, наркотиках, заказных убийствах, а также грязной гостинице и квартале убогих ночлежек. Полиция приближалась. Я слышал вой сирен. Он становился все громче и громче. Люпина надеялся остановить нас, убив Алекса и переложив вину на меня. Но все, чего он добился, было мое внимание. Сначала я отправился в гостиницу. Это было удручающее зрелище, тусклые лампочки и выцветшие обои. Я вошел, корча из себя эдакого искателя приключений, как делал это уже сотни раз. Гостиницу содержали 2 отъявленных мерзавца с акульими улыбочками, братья Финито. Леди и джентльмены, к нам пожаловала силом задницы, мусорной задницы. Сами придумали или какого-нибудь алкаша с улицы специально пригласили? Не нужно отвечать, это риторический вопрос. У меня есть кое-что для босса. Люпина здесь? А это смотря кто спрашивает, друг или ищейка из отдела по наркотикам. Не отвечай, это как ты там его назвал, риторический вопрос. Люпина тут нет, он просил нас попрощаться за него. Люпина не было в этой гостинице. Вместо себя он оставил братьев Финито. Мою легенду раскрыли. Свинцовый дождь. Мусорные задницы. Мусорные задницы. Мое внимание привлекло письмо на столе.
Самого Люпина я видел только один раз. Все свои дела он вел с помощью своей правой руки Винни Гуньетти. Гуньетти был издерганным невротиком. Казалось, он в любую минуту готов слететь с катушек. С деловой сметкой у него было все в порядке. Свои комплексы Гуньетти удовлетворял за счет малолетних наркоманов и девочек по вызову. У вас, похоже, проблемы с моим бизнесом. Джек сказал, цитирую, «Винни, ты за это ответишь. Кавычки закрываются. Скоро у вас появится Рико Муэрто с проверкой. Все летит к чертям, и всем скоро придется отправиться туда же. К вам это вдвойне относится. Берегите этого типа, утирайте ему сопли, делайте все, что он просит. Напортачите, будет вам, братцы, финита ля комедия». Мой бизнес означал дополнительные меры безопасности. Я не видел, чтобы сюда доставляли наркотик, но это не значит, что его здесь нет. Рико Муэрто использовали как буку для запугивания непослушных детей. 313. Братья Финито записали номер комнаты Муэрто на полях записки. Выбраться оттуда было непросто. Дверь на лестнице была заперта, а лифт не работал уже лет 10. На сегодняшней пресс-конференции мир заявил, что Вальгерин представляет реальную угрозу для Нью-Йорка и призвал к решительным мерам по ликвидации этой проблемы. Ситуация с Вальгерином осложнилась в связи с убийством специального агента отдела по борьбе с наркотиками Алекса Болдера. Он был убит несколькими выстрелами в упор. Стрелявшего опознали. Это некий Макс Пейн. Без сомнения, петля вокруг этого скрывающегося преступника будет стягиваться все туже и туже. К делу подключается все больше оперативников. Вот они, мгновение славы. Любитель Вальгерина готов взорваться в любой момент. Осторожно, а то она сдачи даст.
Ночью в войне с кошмаром нашего города, Лагеринов, мы понесли потери. Был зверски убит специальный агент отдела по борьбе с наркотиками Алекс Голдер. Подозреваемый покинул место преступления через несколько секунд после убийства. Полиция Нью-Йорка разыскивает Макса Пейна, вооруженного и очень опасного рецидивиста. И в заключение о погоде. Самая страшная снежная буря из когда-либо виденных на этой шахте продолжает изнурять жителей. На столе в комнате лежал. Связать как-то с Валентином Анжело Пунчинелло, главу клана, нам до сих пор не удавалось. Все следы вели к Джеку Люпино, но письмо в комнате Рико было подписано самим крестным отцом. Это был первый признак того, что Анжело знал, что творится в его синдикате. Помнишь историю в Чикаго, из которой тебя вытащили Пунчинелло? Теперь у тебя есть шанс уплатить по счетам. У одного из наших доверенных парней недавно вырос хвост, как у павлина. Твои навыки нам весьма пригодились бы. Собирать улики стало поздно, уже пару сотен патронов назад. Я уже так давно миновал точку невозвращения, что не помнил, как она выглядит. Выяснять, что здесь произошло. Не слишком приятное зрелище. На столе лежал дневник проститутки.
Служебный лифт, громыхая, опустился в недра гостиницы «Люпина».